Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Алекс, и вы попали на мое новое классное видео. Сегодня долгожданный формат, который вы просили так долго. Мы пробуем сегодня остаться на ночь в батутном центре, который недавно у нас открыли в Киеве. С нами сегодня Илюха и Димон. Что ты ожидаешь от этого вечера? Я надеюсь, нас не поймают. Мы успешно проникнем в зал, круто попрыгаем целую ночь, и надеюсь, обойдется без полиции. А ты чего ожидаешь от этого? Ну, смотри, я хочу попасть в зал как минимум, а вот если под утро будет полиция, будет вообще бомбезно. Мы их там убежим, короче, от них, и все, нас не поймают. Весь торговый центр просматривается камерой. На каждом этаже по вечерам ходит охрана, так что нужно быть максимально аккуратным. План у нас такой: мы посылаем Илюху отвлекать администраторов и аккуратно пробираемся в зал. Надеюсь, нас никого не спалят и все у нас получится. Я Илюхе даю камеру, и он будет аккуратно пытаться снимать, как он будет пробираться в зал и пропускать нас туда. Только не пались, снимай с руки аккуратненько, чтобы видно не было. Ты берешь ключи, заходишь в раздевалку, звонишь нам, мы тихо, аккуратно пробуем зайти в зал. А мы с Димоном пока ожидаем Илюхиной команды. Ту-ду-ду. У него все получится? Ну это же Илюха, конечно. Он похож на слумака пожилого. Удачки. Здравствуйте, я на паркур, можно ключик? Да, залатать залог? Да, вот. И расписаться за технику безопасности. Спасибо. Ключ есть. Сейчас переобуюсь и наберу ребят. Илюха звонит. Алло. Алло, Алек. Администратор отошел. Давайте быстро забегайте прячь. Сейчас должны идти в зал. Илюха нам должен сказать, куда спрятаться. Там можно спрятаться в туалете. Там дверь изнутри закрывается и на балконе. В туалет идти. Давай. Илюха, оставайся на площадке. Смотри, еще чуть-чуть. Илюха там остался прыгать. Красавчик. А я пока спрячусь в темном углу. И хрен меня кто здесь найдет. Свет выключили. Главное сейчас полчаса посидеть, подождать, и все у нас получится. Я уже сижу полчаса, не двигаюсь. Ноги у меня очень сильно затекли. По-моему, там кто-то ходит. Ой. Ты испугался, да? Димон. Я не знаю, как включать свет, я только то включил. Так это мы одни в зале? Ну, надо... Подожди, Илюхи нету или он спрятался где-то? Я его не видел нигде. Я проверял раздевалку, раздевалки его нет. Илюха! Илюха! Его нету в зале. Потеряли дружка. Набери его, он должен быть с телефоном. Меня выгнали из зала, я забыл там свои вещи. Надо найти, как попасть в зал. Вот, я вижу окно, надо будет набрать ребят, чтобы они мне открыли окно. Да, алло. Алло. Ты где? Алло, меня, короче, выгнали из зала. Спуститесь, тут окно можно открыть, чтобы я залез. На, ты на улице? Да. Да как, куда нам идти, объясни. Спуститесь на второй этаж, там окно можно открыть. Все, побежали за тобой. Сейчас мы будем пробовать его запустить обратно, потому что иначе наш весь план накроется. Я не ожидал, на самом деле, что на самую улицу его выведут. Я думал, тренера сюда просто его в торговый центр выпустят, и все. И дальше он будет прятаться в торговом центре. Но все оказалось намного сложнее. Вот это окно, про которое он говорил. Он ползет. Ниндзя, Илюха, кратко, есть. Какие чувства? Это было супер круто, такой адреналин прям зашкаливает. Так это что, ночь в батутном центре объявляется официально открытой? Давайте включать свет. Ребята, у нас походу вышло. Весь зал в нашем распоряжении. Так, давайте только проверим реально, нету ли никого, чтобы не попасться. А как? Здесь кто-нибудь есть? Все хорошо. Мы одни. Поехали прыгать.
Мы переоделись, готовы прыгать. Илюха, забери рюкзак из раздевалки, потому что у нас уже был горький опыт. Если хотите увидеть, подсказочка. Здесь посмотрите прошлую часть, как мы ночевали в Капе. И там получилась такая ситуация, что мы не зря таки на вход положили рюкзаки. Куда идем в первую очередь? На паркур. Я надеюсь, по прошлому ролику вы все помните, что у меня сломанный мизинец, и мне на самом деле очень трудно прыгать, поскольку все кэты, все акуры приходятся не очень приятно. Сейчас буду снимать побольше этих парнишек, они покажут, на что они способны. Хорошо, что я не крутил. Спустя некоторое время мы переместились вот сюда вот. Сейчас будем с Димончиком лазить. Ягдыки-павучки. На часах у нас 3:18. И до открытия у нас остается немного времени. Зал открывается к 8. Я в шоке от того, что время так быстро бежит. Сил вообще нету. Мы очень уставшие, очень хотим спать, потому что до этого мы еще снимали видос, и мы не спим практически 20 часов уже. А я 24. Вон, через 20 минут будет 24 часа, как я не сплю. Сейчас я буду вам показывать, как проходить средний уровень. Пойдем пойдем дальше. Опа, что павук лезу, отвечаю. Приходите на стрим, будем дальше паука проходить когда-нибудь. Жесть. Реально людина-павук. Смотрите, вертикально ползет по горе. Красавчик. Я хочу пройти вот эту коричневенькую. Илюшка решил сделать задний осад. Давай, показывай. Нормально. Какие твои комментарии? Человек, но паук. Без него мы как без рук. Помогает он всегда. Наш друг Алекс навсегда. Как же его зовут? Давай, давай, второй ручкой. Это мой друг Алекс, парни. Записывайтесь к нему на тренировку. Нашли еще один челлендж средний, фиолетовый. Сейчас Алекс будет пробовать. Нормально, давай. Давай, давай, давай. Еще одна штучка осталась. Давай. И второй ручкой. Батя. Давай. Красавчик. Капитальный красавчик. Опа, перехватик наверх. Смотри, там перехват еще дальше. Да-да-да. Он неудобный. Ножку ставь дальше. Да-да, давай-давай-давай. Подтягивай ноги. Ёбану, кроссовки за 40 гривен. Бескоплазание. Да-да-да-да-да. Перехватик на самый-самый верх. Давай. Есть. Я красава. Парни, смотрите на эти руки. У вас реально прикольно, если будете тут. Когда залезете, снимите в инстаграме и отметьте меня с Алексом. Ребятушки, ссылки на зал будут в описании. Записывайтесь на тренировки. И если вам не сложно, придите и покажите этот видос, что мы здесь остались на ночь. Я думаю, все ребята просто охренеют от этого. Если нас, конечно, раньше не спалит. Будет как с энерджампом. Подсказка здесь. Нас тогда еще целый месяц не пускали в зал, потому что мы как бы нарушили правила. Здесь может быть та же ситуация. Ты бы хотел, чтобы нас туда не пускали на целый месяц? Я бы расстроился. Тут много чего поделать можно. Мы ничего не трогаем, ничего не ломаем. Занимаемся спортом. Спорт. Вот это очень прикольный глаз нашли. Вот, по зелененьким. Как в ассасине прямо. Из работе. Второго ассасина, кстати говоря, когда он на купола вот эти вот залазил такие. Слава Флоренции. Если вы играли во второго ассасина, поставьте плюсик. Лолос. Давай, ты машина. Вот здесь самое сложное. Давай. Ой. Зацепился, нет?
Ой-ой-ой-ой, Диман, не проиграй, не проиграй эту игру. Я не могу. Давай, почти залез. Вообще копейки остались. Все. И вторую ручку там. Батя этой игры. Изи. Это так непривычно прям. Знаешь, когда ты ползешь по вот такой вот стенке, это очень круто прокачивает твой скилл по всяким залазам наверх. Там аккуратно, да, перехватывай. Не хватайся, пол аккуратно. Давай, держись. Ноги ставь дальше. Ноги на... Да. Е, да. Да, скажи, ну прям по-конченному. Давай. С каждого разом все больнее. Да, просто руки сдираются очень жестко. Это он такой, я всю ночь спать не буду. Кто заказал? Ты говорил. Я сейчас предлагаю, знаете, что делать? Все вещи перенести под лестницу и пойти туда спать. Зал открывается в 8. Я предлагаю ставить будильник на 7. Парни, уже почти 5. Мы умрем. На самом деле очень выматывает. Сюда так. Так, у нас минус 1. Я себе сдвинул огромную кровать. Все. Всем до утра. Итак, ребятки, только что было не до съемок. Мы проспали момент, когда в зале никого не было, для того, чтобы подготовиться отсюда аккуратно, тихо уходить. В зал набрело до хрена людей на первую тренировку. Сейчас у нас 7:30, а там... Да хренище народу занимается. Мы аккуратно, тихо спрятались пока в самом краю зала. И нужно вот так вот тихо, аккуратно сваливать. Беда в том, что мы не знаем, внизу там есть люди или нет. Если там есть, уже сидят администраторы, нам жопа. Мы выбрались, нам повезло, что нас не заметили. Надеюсь, камеры они прочекают довольно-таки поздно. Все-таки придется, наверное, ждать сообщения из этого клуба, потому что спустился я прямо возле камеры. Очень жалею, что с утра мы проспали, потому что было бы все намного лучше, намного глаже, если бы мы все предусмотрели. Было не до съемки, мы перепугались, но контент получился очень крутой. Ссылочки все есть в описании, подписывайтесь и на наши соцсети. Что ж, я надеюсь, вам понравился данный видос. Если это так, то не забывай ставить большой палец вверх, подписываться на мой канал и также подписываться на все наши соцсети. С вами был Алекс, Дима, Илюха. Всем удачи, всем пока.